Привет, друзья! Встала утром, глянула в окно и расстроилась до жути. Еще и снега выпало. Вообще кошмар. Сейчас тут на солнце вроде подтаял, вроде не подтаял. На улице холодно. Так что, наверное, мои посевы отменяются. Так, посмотрите, какой я в грязи. Я вышла пойти за яйцами к соседке тут через забор. Там не было воды, а я в галошах вышла. А сегодня там уже вода. Короче, воды опять прибавилось. Холодинище, хоть и светит солнце. Просто жуткая холодина. Руки прямо отмерзают. Так что, наверное, спасибо мне в теплице. Ну, хотя на солнце в теплице-то тепло. Ну, а ночью-то представьте, что там делается в той теплице. Вон холодно, даже редиска и не завязывается. Хотя ей пора уже, наверное, уже и зреть. В общем, кошмар. Все, иду домой. Холодина, не могу больше ничего здесь делать. Ну что, на улице дубак, так дома полно дел. Так, рассадила табака душистого, целую плошку. Вот такую вот. Все рассадила аккуратненько, песочком подсыпала, как обычно. Остальной табак остался тут. Немножко этого самого душистого и эти курительные. Один зашел так себе, а два взошли вообще щеткой. Ну зачем мне столько этого табака? Вот здесь еще табак душистый, пару баночек. И вот здесь курительный табак. У меня его три сорта. Вот я по две баночки каждого посадила. Это огромное растение, поэтому я его тут плантациями сажать не собираюсь. Ну, вообще, посмотреть, что из этого получится. Что это за табак и как там из него, можно ли из него сделать для борьбы с вредителями какую-то табачную пыль. Типа, так, остеоспермум свой рассадила, его три штуки только было. Ну и на проращивание у меня там лежат семена, которые я собрала сама. Они, наверное, не вызрели. Почему не взошел ни одна семечка, не знаю. Поэтому положила на проращивание, чтобы видно было, собираются они там проращиваться или не собираются. Вот так, друзья. А сейчас это самое, достала уже вот эту петунью синюю. Тут чахлая, дохлая. Вот эту маленькую плошку взяла. Таких побольше, покрасивее отсажу. И все, и хватит с меня уже. Потом буду не знать, куда высаживать, как обычно. Посмотрите на это чудище. Ворвалось. Прямо сюда ей хочется. Дверь дерет когтями, чтобы открыть. Но я открыла. А я рассаду отсюда брала. Она полазила. Рассады нет, жрать нечего. И сейчас спокойненько пойдет обратно. Молодец, зайка. Иди. Иди, моя девочка. Иди, моя хорошая. Не надо тебе эта рассада. Вспомни, как тебе было плохо после нее. Вот сейчас вон травка на улице погреется, я тебе нарежу. Да, да, зайчик мой, да, запрыгивай. Смотрите, раз, смотрите, два и три. И пошла на окошечко, да? Кто пошел на окошечко? Зайка моя пошла на окошечко, да. Покажись, какая ты красивая. Покажись. Ой, какая же ты красивая. Ну все, ложись на свою простыньку. Солнышко скоро сюда придет. Не, еще не скоро. Это что-то я перебрала с тем, что скоро придет. Вот такая вот моя монстра. Вот, друзья, отсадила самые более крепенькие. Эти синие петуньки малюпуськи. И все, с посадками на сегодня покончено. Так как грунт у меня закончился. И потом попозже пойду на улицу опять набирать новые из мешка. Так, что я сделала дальше? Обрезала все цветочки здесь уже почти отцвевшие и срезала верхушечки у них, пусть они там дальше разрастаются, и поставила в их водичку, чтобы укоренить. Вот так вот, друзья. Вот, друзья, вчера обнаружила себя такой обувной клей. Короче, все дела делаю по порядку. И попробовала приклеить свой кроссовок. Вот смотрите, вроде как приклеилась одна сторона. Ну, я туда как могла, вон зубочисткой запихала клея, короче, в эту щелочку. И подклеилась вроде бы. И поставила подножку стула, засунула этот кроссовок. Ну, надо держать, сначала руками подержала. Смотрю, не клеится, надо что-то потяжелее, ну, вроде приклеилась. И вот еще, оказывается, я не заметила, с этой стороны тоже надо подклеить. Поэтому сейчас займусь и этой стороной. Вот, смотрите,
в эту щелочку запехала клея и вот так под ножку стула запихала. Ну, глядишь, еще трохи походят. Но нужны, конечно, новые кроссовки. Обязательно. Ну что, друзья, подошло время обеда. И сама не знаю, чего хочется. Поставила варить 2 яйца. Здесь поставила водичку. Здесь у меня щавелек, который я делала заготовку на зиму. По фирменному рецепту моей подруги. Этот рецепт как-то не очень-то зашел народу. Но кому интересно, обязательно посмотрите. Скоро опять будет щавель. Посмотрите, ничего не портится. Хотя банка открыта уже давно. Я варила как-то суп. А сейчас остаток сварю холодничок. Смотрите, какая красота. Пойду в огород лучка зеленого срежу. Правда, огурца у меня нету. Ну ладно, может, схожу потом в магазин. А сегодня без огурца обойдется. Огурцы, наверное, дорогущие к праздникам. Так что вот так. О, друзья, смотрите, какая вкуснятина у меня получилась. С черным хлебушком. Лучше кушать, конечно, такой с жареной картошечкой. И лучше, если бы был еще свеженький огурчик. Но у меня нету. Здесь щавелек, яйцо, зеленый лучок, шнит. Я уже пошла на уличке, срезала. Он еще маленький, но срезать можно. Видите, срезала вон маленький пучочек, и получилась целая гора. И сметанка. И будет такая вкуснятина. Так что всем приятного аппетита, кто обедает со мной. Ну что, друзья, дошла у меня все-таки очередь до этого хмеля. Решила я его все-таки посеять. Ну, не факт, что он еще взойдет. Короче, семена у меня пролежали в холодильнике почти месяц, наверное. Вот здесь всего лишь 4 семечки. Вот такие вот. И написано, если в землю, то нужно сеять в начале мая. А если лучше дома, чтобы вызрели конкретно, то тогда в апреле. Так что вот сделала углубления такие где-то по сантиметру. Написано 1-1.5 сантиметра. Сейчас положу туда семечки, сбрызну их. И засыплю землей. И поставлю в теплое местечко. И будем ждать 2 недельки. Написано, что всходы появятся через 2 недели. Ну вот, заодно и увидим, появятся или не появятся. О, друзья, забыла вам показать, какие удобные стаканчики от светофоровской сгущенки. Видите? Устойчивые такие, дно хорошее у них, все по высоте высокенькие. Сюда посадила вон 3 бархатца. На больше земли не хватило. Сейчас пойду на улицу за землей. И заодно посмотрим, насколько там вода повысилась. Вот, видите, какие красавцы получились у меня. 3 штуки в таких стаканах. О, прикольно, правда. У меня еще таких стаканов есть. О, Саша наел сгущенки. Посмотрите, какая бедрюга. Попадали мои доски. Сейчас, наверное, упадут мои все дрова. Стопудово. Говорила Саша эти доски снять, дрова поправить. Он не захотел. Сейчас может случиться катастрофа. Капец. Смотрите, моя клумба опять подтопилась больше. Видите, что делается? Опять стало добавляться воды. А что, каждый день дождь, снег, дождь, снег, дождь, снег. По-моему, в этом году воды нет. Друзья, пришла я домой, залила свою землю водой и как психанула и переутюжила все постельное белье. Вот целую вот такую вот кучу. И продолжаю дальше еще утюжить мелочь. Так что на сегодня все. Вам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов во всех ваших делах. Всем пока!